Понимаешь, Гаум, Кочетрян, после Вены только один у нас в семье может быть под вид комитетчика, правильно? Ну, из Азии. Из-за военных, как говорится, походов и штрафных штрафбатов. Из-за того, что встречались с немцем на границе и кормили его хлебом, когда шили шинели, идя за фронтом. Когда муж отбывал, твой отец отбывал наказание в Советском Союзе, его даже не допустили во время войны на передовой рубеж, как черный батальон, а именно оставили на зоне. Понимаешь, да? В таком случае он был шпионом, скорее всего, за границей. Так вот, здесь несколько есть выборов. Но здесь все падает на Гао Акимова. Гао Акимова была в психбольнице и лечилась там. Бегал постоянно, докладывал участковым. Открыть вот так дверь, взломать, ворваться в квартиру, своровать записную книжку невозможно, если ты не являешься официальным работником исламского государства. Узбекистан, Исламская Республика Си, Исламик. Если Узбекистан вам позволил провести аферу денежную через НБУ и взрыв банки НБУ через медицину. Пойми правильно, Танечка Овчинникова, работник девятки зоны, туберкулезницы. Девятка это у нас кто? Там сидят Айван CIA, да? Все зоны для Айванов, которые опущены, да? У нас опускают только CIA на территории Средней Азии. Ну, по девяточкам из Советского Союза. Или же Европу. Также она шпионка была на территорию ФРГ. Это получается зубная Кока-Кола. Ну, зубы вот это есть, анемия. Детей воровали так из Германии. На органы продавали. Через Молдаву и Югославию. Даже ты из Рубанка НБУ. Это получается проход денег через банк. И в этот момент, когда деньги из банка вышли, обратно тебе вернулись, в этот момент прогремел взрыв. Такое ощущение, как будто заплатили деньги, но они там сгорели. И получается, страна выплатила. Тот банк выплатил, сколько он забрал этих денег.